пока иду на обзорную площадку острова Дудо. Решил сюда на спортивную заглянуть. Спортивную вообще оформили. Тут шикарно, конечно. Выше, чем то, откуда смотрят, чтоб не прыгнули. Вон какие скалы. Дошел до смотровой площадки Дудо. Там дальше вот остров Дудо. Большой. Вот это вот другая часть уже. Пусан. Туда можно сходить, по идее. Дорога есть. Тут вот спортивная площадка. Еще одна. Так что кроме того, как пешком по горам ходить, еще и спортивные площадки дополнены. Все здоровые были. Ну все, пошли вот на остров Дудо, я так понимаю, все. Почти конечная уже. Здесь вот уже. Посмотреть можно, откуда пришли. Все, дошел до Дудо окончательно уже, хотя по идее это только и сама Дудо, там еще вот на этом острове вроде как тоже туда можно попасть, а там этот парк на острове. Озеро, где живет вулкан. Необитаемый остров 500 метров южнее Сондо. Где растут камелии и сосны. В общем, какой-то старый древний вулкан, оказывается, это. Нашли, говорит, яйцо динозавра на этом острове.